Пару вопросов по окончанию гонки. Тур Хорватии. Какой по счету он уже был в твоей карьере? Второй. Второй. Да. Как впечатление по сравнению с предыдущим годом? Ну, гонка стала более организованной, но как бы и в том году была хорошо организована, в этом году еще лучше в плане трансфера, все, маленькие трансферы, финишнул после отеля, приезжаешь домой, как бы все очень быстро происходит и удобно. Этапы как бы такие протяженные, ну интересные, много всяких развязок, как бы проезжаешь красивые места, горы, как бы затяжные всякие, ну разнообразный маршрут, как бы в этой гонке все было, и ветер таковой, и дождь, и жара. Физическая форма за год выросла? Да, я в этом году поувереннее себя чувствую, лучше подошел, чем в прошлом. Ну научки там практически вместе с лидерами финишировал. Ну да, вчера очень хорошее самочувствие было, ну, для себя. Атаковал несколько раз, да, я видел. Пробовал как бы свои силы, что смог, что сделал. Показал свой максимум на данный момент. То есть все отставание было потеряно только на третьем этапе? Да. А расскажи поподробнее, как вот вообще проходил этап, насколько он был сложный? Очень сложный этап. Я в первый раз в карьере город такой длинный ехал 27 километров. Новый опыт, как бы больше часа подъема. Ну и самочувствие было не очень хорошее, так как примерно месяц без гонок был, ну еще вкатывался. И очень большой пульс был, тяжело было. И просто на морально-волевых эту гору заехал. А потом как бы в течение гонки отпускал, и как бы, ну, на вчерашний горный этап уже себя хорошо чувствовал. Подошел. Ну, на третьем был очень сильный просев, там буквально с самого начала подъема был просев, протяг, и группа сразу очень маленькая стала. Там буквально как бы километра 2-3 очень сильно натянули, все просеяли, и там уже поехали как бы, ну, на месте. Да, да, и всех лишних убрали. Фактически отставание началось с атаки Севцова, когда он протянул, и ты не смог удержаться в группе, и там уже группа практически, от группы ничего не осталось. Все по одному уже поехали своим темпом, потому что как бы гора очень длинная. И там уже просто всех врубало, и кто как чем мог догребал, навёз мог там. Да, я смотрел, весь подъем вообще колоссальный. Ну, гонка такая, мне очень понравилась. А какие планы на будущее в этом сезоне, еще какие гонки будут? Ну, далее поедем сейчас в Сербию на тур Белграда. Дальше в Франкфурт. Это двухдневная гонка, да? Да, двухдневная в этом году, 2-1. А потом? Ну, и хотел бы тур Норвегии стартануть, попробовать там показать какой-то результат. А какая вообще цель на сезон, ну, главная гонка сезона какая была в планах? Ну, как бы такой прям главной нету сезона. Или пока еще набираешься опыта, да, то да. Есть... Больше по самочувствию, как бы, если раз самочувствие подходит хорошее, ну, прошу поставить на гонку там. А, понял. В ближайших планах. Ну, и все, и там пытаюсь показать максимум. Отлично. Хорошо, Артем, удачи. Удачи спасибо на будущее. На будущее. Мы очень надеемся, что молодой перспективный гонщик, универсал, горняк и разведчик одновременно. Правильно я тебя? Будем работать. Да, будем надеяться, будем болеть. Да, счастливо. Спасибо за поддержку. Счастливо. В гору приятно было читать. Да, это Серега постарался. Спасибо. До свидания.